Привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре удилище от производителя Skyfish, называется оно Black, идет в одной длине 1,6 метров и у нее тест по грузу 30-60 грамм. На сайте абсолютно нет о ней никакой информации, и поэтому, в принципе, давайте и рассмотрим ее, сделаем, так сказать, распаковку в первый взгляд. Что мы получаем за совсем крошечные деньги, если смотреть по конкурентам. Идет в целлофановом пакетике, затянутым резинкой для денег. Упаковка сверхпростенькая, но и для такого дешевого удилища здесь больше и не требуется. Это такой коротыш, можно использовать его как свой первый спиннинг. Можно с данной удочкой приучить, можно сказать, ребенка к рыбалке, небольшой, легенький, просто подержать. Ну и, конечно же, если вам не нужно никаких дальних забросов, для рыбалки с лодки очень даже подойдет, где-нибудь в камышке, если вы вплотную к нему подъезжаете, вполне подойдет данное удилище для новичков. Крепеж для катушки довольно-таки простенький, обыкновенная пластиковая гайка, которая закручивает такие вот металлические держатели. В принципе, все, думаю, надежно, и никаких проблем с этим крепежом не будет. Есть две ручки для двух рук, если вам вдруг понадобится дальний заброс, если вы планируете использовать данную удочку как донку, что вполне себе тоже имеет место быть. Ручки из Эва теплые, сзади имеется также заглушка для того, чтобы если вдруг какое-нибудь колено сломалось, можно было его заменить. Откручиваем заднюю гаечку и можно будет менять колено. Колен здесь получается 4, если считается с основным. И получается вот такой вот коротыш. Ну, действительно, либо использовать как доночку, либо можно использовать с грузиком с отводным поводком. Но как лодочное такое для отвесного, может, блеснения, вполне себе интересное удилище. Мы видим здесь логотип фирмы Skyfish Black и цифры 1604. Кольца идут самые простенькие, внутри имеются вставочки, и идут они в синих цветах, что довольно-таки симпатично выглядит. Верхняя вершиночка идет в ярко-оранжевом стиле, что поможет легко отслеживать поклевки, если вы опять-таки будете ловить на нее на стоячку, и данную вершинку будет хорошо видно на фоне травы, на фоне деревьев, ну, в принципе, как вы сейчас и можете видеть. Можно, как еще раз говорю, даже работать им как спиннингом, вполне для каких-то блесен будет неплохо. Строй такой средненький, поэтому вот такой вот дешевое удилище от Skyfish Black 1604. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока.